Данный ролик будет посвящен копке траншеи, копке траншеи под ленточный фундамент. Друзья, всем добрый день. Меня зовут Петр, вы на канале Семьи Сунейкиных. Извините, что такой голос немного приболел. Хотел полежать дома, отдохнуть, немного поправить здоровье, но зима не за горами, она уже вот-вот где-то приближается, надо работать. В осень, перед тем, как земля замерзнет, выкопать траншею, чтобы не ждать весной, потом, пока уйдет эта грязь, вода, все остальное, и как бы побыстрее можно было приступить к каким-то работам весной, либо, да, там уже в лето следующего года, по уходу действий строительства дома будем готовить фундамент под баню. Баню саму строить пока не будем, но фундамент будем ставить. И как практика показала, это в этом году весной у нас только в июне ушла вода. То есть тут, ну, есть вот эта проблема с водой, с грунтовыми водами. Они очень долго стоят, и почти до июня невозможно проводить там, ну, конец мая где-то, невозможно проводить земляные работы. Я как бы решил, что траншею я выкопаю в этом году. Вот, вызвали мини-экскаватор, сейчас будем копать. Выкопаем траншею, подготовим, если я успею, да, отсыпем ее там, то есть уже подготовим полностью под армирование, чтобы как только грунтовые воды уйдут, можно было сразу залить бетон и уже не ждать потом того этапа. Ну, то есть просто время позволяет провести земляные работы сейчас, почему бы и нет. И как раз тут нужен грунт для отсыпки участка, то есть участок садится, и этот грунт, соответственно, используем на отсыпку, на поднятие уровня. То есть вот как раз в этом году решили провести эти работы. Я думаю, у нас есть пару недель для того, как земля начнет замерзать. Вот, ну ладно, давайте посмотрим, как это будет происходить.
Так, друзья, ну вот так вот такая у нас получилась траншея. Будет отсыпка, будем убирать вот этот грунт. Грунт будем перемещать вот в это место. Как раз огород тоже в этом году уже вспахали. Вспахали плугом, и земля, она постепенно все равно тут садится. Вот если взять по уровню, вот здесь почти сантиметров 20 нужно еще грунта. В том году завозил почти 30 кубов, там или 40, не помню уже, кубов песка. И у нас все равно тут образовалась яма. Как раз сейчас этот грунт, тут, наверное, около... Ну, тут, кстати, также около 30 кубов получилось. Мы его сейчас просто переместим вот сюда, это будет следующий этап. Вот такая вот у нас получилась лента 8 на 8. Вот эта вот лента, вот эта часть, между ними 2 метра. И получается, что само помещение получится 6 метров. Будет вот такая небольшая банька одноэтажная. Посмотрим, может, как время пойдет, как пойдет стройка. Может, и сделаем один этаж и плюс мансарду. Но это посмотрим еще. Стройка у нас на ночь дорогая. И неизвестно, что будет завтра. Вот, мы пока остановимся на данном этапе. Сейчас уберем землю. Возможно, успею сделать отсыпку. Не знаю, отсыплю, не отсыплю ПГСом. Чтоб уже в весну начать залить эту ленту. Пусть она стоит. И заодно проверить ее, как тут воздействуют на нее грунтовые воды. Вот тут вот видно, это вот не глина, это не песок, это какая-то, это земля, но она вот такого рыжего цвета. Это видно, что здесь очень долго стояла вода. Вот тут как раз у нас седые реки, то есть вот эта часть, именно вот эта часть, относительно вот оттуда, от реки. Вот, возможно, здесь есть какие-то пучения. Вот, не знаю, сейчас не казалось либо это какой-то проблемой, чтоб не пучило, не давило фундамент. Вот такая вот у нас получилась работа, еще успели осенью сделать. Решение принимали экстренно, в планах этого не было, но что-то так подумали с женой, ну и решили, думаем, давай-ка выкопаем сейчас это дело. Собакам, конечно, немного неудобно. Теперь, как сказать, просторы для раздолья, для бега уже чуть меньше стали. Вот, ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик до конца. Всем хорошего настроения. Если кто не подписался, обязательно подпишитесь. Это будет очень хорошая поддержка для нас. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом. Стоит ли осенью проводить такие работы, либо их нужно проводить весной. Напишите свои комментарии, напишите свои мнения. Вот, ну, на этом всем пока-пока, всем хорошего настроения. Поделитесь этим видео обязательно со своими друзьями.